Хе-хей, с вами Стив Про, и сегодня, друзья, шестая часть летсплея по Террарии. Собственно, сегодня у нас уже наступает Новый год Террарии, с 1 декабря, если кто-то не знал, начинает дропаться подарки. А также есть некоторый шанс, что с подарков сдропнется Снежный Легион, который вы сможете призвать, и после чего появится Санта-Клаус. А да, вот такие новости. Что ж, сегодня я надыбал 6 подарков. 3 зеленых, 3 желтых. По-моему, если мне не изменяет зрение, то зеленые подарки в 1,5 раз больше желтых. Ну что ж, давайте проверим, насколько это влияет на дроп. Что ж, надеюсь, все готовы, но я готовлюсь к Снежному Легиону. Ну, буду надеяться. Сначала убьем давайте вот эти глазики, чтобы они нам не мешали. Все, отлично. Пошел зеленый. Сосновый блок. Как же классно. Ладно, желтый подарок. Зеленый карамель. Еще лучше, да. Ладно, открываем дальше. Сосновый блок. Открываем желтый. И что же выпало, друзья? А походу нас обманули с дропом. Мне ничего не дропнулось. Ладно. Зеленый. Алкогольный гоголь-моголь, да? Прикольно, ладно. Пойдет. И, друзья, последний желтый подарок. Карамель. Вообще замечательно. Ну, ладно, ладно, ладно. Сейчас еще маленько побиваем мобов. Может быть, с них дропнется еще подарки. Это будет классно. Так, о, синий подарок, друзья. Еще синего подарка у меня не два даже. О. Ладно, что ж, давайте открываем кейсы, да, вот представьте, что вы вложили... Ладно, допустим, вот один кейс стоит 100 рублей, допустим. Нет, мало. Это, допустим, синий, это армейский, да, давайте, допустим, вы вложили 50 рублей. Два кейса, значит, 100 рублей, и у вас сейчас 100 рублей, и вы хотите выбить дорогой дроп. Что ж, давайте посмотрим, что вам выпадет, точнее, нам. Выпало, допустим, оружка за пол цены. Да, допустим, так, давайте, 25 рублей. Так, открываем второй кейс и... Ну, так, та же фигня, короче. Мы не окупились, это вообще очень плохо. Очень-очень-очень плохо. Так, я понимаю, что синего кейса, подарков точнее, выпадает оружие. Ну, ладно, давайте посмотрим дальше. Так, давайте еще дропайтесь. Так, крипнобил у меня не пойдут. Толку там вообще нет. Мобы ходят очень редко. А вот дроп нам сейчас нужен. Давай, появляйся. Так. Блуждающий глаз. Ничего, друзья, пусто. Я не знаю, почему сейчас ходят привидения. Хотя алтарь я не ломал. Довольно странно, да. Да-да-да, стекла не ломал. Так. Ну, подарочки, давайте, дропайтесь. Так, зомби, может, с него дропнется? Нет, друзья. Зомби ничего не дропается. Ни кандалы, ничего. Хотя это видео у меня, наверное, дропалось около 3 кандалов. Ну, кандалы, короче, да. Ну, короче, это фигня, друзья. Так, ну давай, дроп, где? Ждем мобов. Сейчас бы выпить боевое зелье, и было бы замечательно, но его у меня нету. Точнее, у меня нет вещей для его крафта. Ну и получается, самого зелья у меня тоже нет. Так. А можно отправиться, наверное, в биом Багрянца, в багряный биом. Может, там немного получше одна, собственно, овочка. Ну, ничего нового, собственно. Так, возможно, друзья, что-то новое, но новый кролик. Но это не точно. Так, давай, беги. Червяк, слизень, ничего, кроме гелия, очень плохо. Так, ладно, вот мое место побоища, где я всегда сражаюсь с боссами. Опять слизень. Слизь, давайте нормальный, давайте дроп, давайте, подкрутите мне. Так, ну и где? О, друзья, что ж. Вложили еще 50 рублей. И открываем кейс. Oh, yeah.
Ну, допустим, мы купили, допустим, мне штучка по идее нравится, хотя по идее она беспонтовая. Ну, допустим, мы окупились, да. Выпало даже, о, мы вложили. Зеленый подарок, зеленый. Что это может быть? Давайте, допустим, это промышленное качество. Вложили 25 рублей. Холли, о, ну, это мне нравится, собственно, я мог сказать, что мы окупились, мне штучка понравилась, до Нового года это как раз пойдет. Так, давайте, о, большой бант, смотрите, о, фигня, он и так дропался до Нового года, это я точно помню, давай дроп, давай, друзья, сегодня фармим подарки. Собственно, заработали мы, ну, не так уж много вещей. Ну, холи я куда-нибудь повешу. Там, наверное, на дверь можно, да? Сейчас еще маленько здесь подеремся и пойдем украшать наш домик. Так, конечно. О, все. Вложили еще 25 рублей. Допустим. Пока мы вообще просто, ну, не так маленько купаемся. Варюшка. Что же она дает? Вот, друзья, вот теперь мы купились. Мы теперь, допустим, вложили 25 рублей, купились, и выпала вещь за 100 рублей. Вот нормально. Вот такой дроп мне уже нравится. Ну, давайте мне Снежный Легион. И вот тогда это будет просто супер. Потому что Санта-Клаус — это классная вещь, которая продаст нам елочку новогоднюю. Украшение. Будет супер, короче. Ладно, давайте туда возвращаться. Ничего больше нет, и Террария нам больше подкручивать не хочет. Ну, ладно. Пойдет. Так, возвращаемся к домику. Беги. Кролик, прости. Ну, я не виноват, что ты бежишь рядом. Нет, только не вылет. А, нет, друзья. Просто жуткие подлагивания. Террария, когда же тебя оптимизируют? Вот она, вот мы бежим, а мир генерируется. Прикольно даже, вообще, супер. О, ух ты, это что за грибная коровка? Нет, ничего не дропнулось, печалька. Вот поэтому я не люблю грибной биом, потому что хоть он есть, хоть он его нету толка. С него ничего не дропает, с его обитателей. Вот так, это как бы венок. Ну, окей, кролик. Оставим, да? Оставим. Ладно, хорошо, мы тебя оставим. И, собственно, друзья, вот такое, можно сказать, открытие подарков было сегодня. Если я все же призову Снежный Легион, то, наверное, я устрою вместе с вами битву против него, а также вместе с вами мы поселим Санту Клауса. И, возможно, я сделаю специальную обрезку видео, чтобы все было хорошо. Если хотите монтажа в следующем видеоролике, обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. Ну, на этом, наверное, друзья, мы с вами будем прощаться, потому что больше мобов я не вижу, и Террария больше нам подкручивать, наверное, не будет, потому что подкрутила довольно достаточно нам. Ну, собственно, что ж, друзья, и вправду, вот на этом все. Не забывайте ставить лайки, конечно, также подписываться на канал. До скорых встреч!